В эфире программа «Территория закона». Мы рассказываем о системе исполнения наказаний Красноярского края, о тех, кто оказался за колючей проволокой, и тех, кто их охраняет. В студии Владимир Жаринов. И в начале выпуска: кислородные коктейли, фитобочки и сауна. Такие радости жизни доступны осужденным в одном из учреждений под Красноярском. Кого ГУФСИН перевоспитывает в соляных камерах, узнавал Роман Рыков. Сергей Тимошкин за решетку попал из-за наркотиков. Что называется, под кайфом. Угнал автомобиль, да еще и ножом угрожал. Рассказывает, а ведь когда-то занимался регби на высоком уровне. С командой юниоров объездил всю Россию. Встретился с друзьями, с товарищами сначала на улице. Предложили покурить там. Начал курить, начал прогуливать тренировки, регби. Очень хороший спортвид. Раз попробовал, два попробовал, три, туда затянуло, и общий круг поменялся от спортивного плохим парнем, и сейчас оказался здесь. Теперь осужденный проходит реабилитацию в лечебно-исправительном учреждении номер 37 в Сосновоборске. В ней содержатся арестанты, которые пытаются избавиться от пристрастий к спиртному и наркотикам. Медико-социальную реабилитацию проходит 165 человек. Принцип лечения в наших условиях вообще очень удобен тем, что он исключается из своего круга общения старого, исключается доступ к психотропным препаратам, к психоактивным веществам, которые он употреблял. Здесь направлено лечение, основная ветка – это психотерапия, работа психолога. Также, так как у наркозависимых очень много сопутствующей патологии, то, конечно, мы ее лечим. Сразу не понять, что это тюрьма. Пациенты носят пижамы и им оказывают процедуры, как в лучших клиниках. Здесь есть соляная комната, фитобочка, сауна, физиокабинет. Кроме медицинских препаратов, больные получают и помощь психотерапевта. В этом отделении даже стены необычные, бамбуковые рощи, китайские дворцы. По мнению врачей, такая вот терапия средой поможет пациентам отвлечься от окружающей действительности. Кроме медицинской реабилитации, здесь проводят и социальную. Все желающие могут получить специальности овощевод, тракторист или отделочник на стройке. В этом месяце Пасху отмечали в исправительных учреждениях. В краевую туберкулезную больницу даже доставили благодатный огонь, который прибыл специальным рейсом в Красноярск из Иерусалима. Прошло праздничное богослужение. Отметим, в учреждениях ГУФСИН действуют 24 православных храма и часовни и 14 молитвенных комнат Русской Православной Церкви. Юристы провели правовые консультации для осужденных ОИК-36, которые находятся в поселке Старцево. В группу волонтеров, которым не безразличны проблемы осужденных, вошли как профессионалы, так и студенты старших курсов юридического института. Обсудили темы медицинского обеспечения, порядка рассмотрения обращений осужденных, применения мер дисциплинарного взыскания и многое другое. Бывшие воспитанники Каннской колонии вышли на красноярскую сцену. Никита и Рустам освободились из воспитательной колонии минувшим летом. Сейчас оба учатся в техникумах и решили попробовать себя в постановке Каннского драматического театра. Спектакль «Республика Шкид» собрал полный зрительный зал. Пришли более 300 человек. Любителей от профессионалов в зале не смог отличить никто. Бизнес за колючей проволокой. Предприниматели Красноярского края все чаще создают промышленные предприятия прямо на территории колоний. У станков заключенные, которые в неволе освоили навыки столяра, фермера, столевара, сварщика. И список профессий только пополняется. На промышленной площадке Красноярской колонии строгого режима номер 17 побывал Владислав Томашаускас. Рабочий день заключенных начинается с этого пропускного пункта. На той стороне расположена промышленная зона. Каждый регистрируется по отпечатку пальца. Так сотрудники колонии проверяют, кто вышел на работу, а кто решил прогулять. Но, как правило, прогульщиков на производстве не бывает. Во-первых, бездельничать осужденным запрещает закон, а во-вторых, пропуск рабочего дня – это минус от зарплаты. За работу осужденный ежемесячно получает до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на личные нужды, купить одежду, еду или отправить родственников. А главное – рассчитаться по искам и алиментам. Мы производим здесь арматурную сетку и арматурные изделия. Работа не тяжелая. Сам попросился сюда работать или как? Конечно, сам попросился. Быстрее срок идет и для себя, например, научиться чему-то новому. Ну и какой-то финансовый фонд, да, заработать? Да, конечно, чтобы со свободы, как говорят, не тянуть.
чтобы самому себя обеспечивать. На производстве даже есть свои передовики. Большинство получили образование и освоили новые профессии прямо в колонии. Для этих целей в ГУФСИН работает сеть профессиональных училищ. Сегодня востребованы слесари, сварщики, плотники и даже сталевары. Здесь работает небольшой алюминиевый завод. То сырье, которое уже не идет на переплавку на больших заводах, поступает сюда. И на данном участке производится переплавка данной продукции. Получаем чистый алюминий. Температура данной печи достигается от 800 до 900 градусов. До 900 градусов получается. И объем производства при максимальной нагрузке 8 тонн в сутки получается. Но в среднем по прошлому году объемы получились 1900 тонн. К слову, таких печей в России единицы. Ближайшие расположены за Уралом и на западе страны. Недавно в колонии построили новый столярный цех. Работает пилорама. Все опилки и обрезки, которые остались после их деятельности, не пропадают зря. Из них делают древесный уголь и брикеты для печей. Также в колонии утилизируют полиэтилен, который доставили со свалок города. Но не просто уничтожают, а делают из него шифер. Для этого добавляют в расплавленный пластик песчаную смесь. Сегодня ГУФСИН является привлекательным партнером для бизнеса. Структура предоставляет площади и свободные руки. Предпринимателям остается лишь оборудовать помещение необходимой техникой и обеспечить осужденных защитными средствами. Дисциплина здесь намного все строже. Здесь не, ты не будешь бояться, что у тебя завтра народ не выйдет, загулял там еще чего-то. Здесь этого нет. То есть здесь то, что сделали, оно все здесь находится. Не надо там опять кого-то искать сторожей. Если бы это было на воле, тут надо было дополнительный учет, это, то есть дополнительная охрана. В общем, в настоящее время есть свободных площадей по всем учреждениям края примерно 14 тысяч квадратных метров. В том числе в городе и в полностью региона. И мы готовы, мы всегда открыты к дальнейшему сотрудничеству с бизнесом и предпринимателей. И готовы рассматривать все возможные проекты и перспективные идеи для дальнейшего сотрудничества. Всего по Красноярскому краю сегодня трудоустроены около 9 тысяч осужденных. Их привлекают к работе не только на промышленных площадках, а также в сельском хозяйстве к уборке улиц. В колонии Богучанского района запустили производство топливных пеллетов. Гранулы из прессованных опилок пользуются большим спросом для отапливания частных домов. А для исправительных учреждений такое производство позволяет не только трудоустроить больше осужденных, но и, как уверяют, решить экологические проблемы. Все начинается здесь, в таежных лесах, в Тайшетском районе, за сотни километров от цивилизации. Валят лес бригады осужденных колонии поселения. На некоторые работы привлекают вольнонаемных рабочих, например, водителя трелевочного трактора. В сутки здесь заготавливают более 500 кубометров леса, в год получается около 140 тысяч кубометров, ну а затем на лесовозах увозят на переработку. Деревообработка всегда была визитной карточкой системы исполнения наказаний и этой колонии в частности. Объемы производства хорошо заметны с воздуха. Сибирские пиломатериалы пользуются заслуженным спросом в Китае. Да и в Европе, например, пирсы делают из нашей лиственницы. Однако, что делать с древесными отходами? Их скапливаются горы, долгое время не знали. Выход нашли в производстве топливных пеллетов, говоря простым языком, прессованных опилок. Древесные отходы проходят через дробилку, затем сушатся и в конце концов сжимаются прессом. Такое биотопливо плотнее, чем дерево, соответственно, дает больше тепла, да и сгорает почти полностью. К слову, у колоний существенное преимущество перед конкурентами на рынке. Собственное сырье и дешевая рабочая сила. Работа нравится, работаем с энтузиазмом. Производство новое, интересно. Получаем 7500. Оборудование установили недавно. Гранулы производят круглосуточно, фасуют в мешки по 30 килограммов и отправляют покупателям. Топливо хорошо подходит для отопления частных домов и дач. Производительность составляет 1,5 тонны в час. В час, то есть порядка 480 тонн в месяц. Да, серьезный объем. Основные покупатели у нас это регионы Российской Федерации, такие как Красноярск, Томск, Алтайский край. Попутно решают экологические задачи, ведь опилки, если их долго складировать, легко могут самовоспламеняться. Вопросы утилизации древесных отходов регулярно поднимают и региональные власти. Это 3,5 миллиона кубометров у нас каждый год остается на просеках, на лесосеках, на лесопилках. Я бываю иногда на предприятии, мне говорят, все, мы не можем дальше работать, мы
не можем утилизировать вот этот объем отходов опилок. Кроме того, новое производство позволило трудоустроить еще 26 осужденных. Такова политика учреждений. Отбывающие наказания должны приносить реальную пользу обществу. Кстати, в этой колонии 73% осужденных работают. На этом у меня все. В студии работал Владимир Жаринов. Смотрите продолжение информационного часа через несколько минут.